звено гусеницы – самая массовая деталь на Сталинградском тракторном заводе. На их изготовление ранее затрачивалось много времени и труда. Теперь здесь, впервые в Советском Союзе, создан многооперационный формовочный автомат карусельного типа. Управляет им лишь один оператор. Применение нового агрегата позволяет автоматизировать формовку на 10 конвейерах и экономить в год 60 тысяч рублей.